На фоне заученных речей и традиционного пожелания здоровья ветеранам особенно ценными становятся реальные дела, такие как специальная акция газеты «Маяк». К майским праздникам мы проводим акцию вот, «Подпиши ветеранов», в которой участвуют предприниматели Пушкинского района, которые берут на себя оплату квитанции вот, для получения газеты, чтобы ветераны наши могли знакомиться с теми событиями, которые происходят в районе, то есть не чувствовали себя оторванными от жизни. Городские жители вряд ли смогут понять ценность такого подарка. Для ветеранов, пенсионеров, особенно в сельской местности, ежемесячный приход почтальона со свежей цветной газетой нельзя сравнить ни с каким современным гаджетом. Благодаря помощи директора компании «Орхидея» 50 ветеранов получат в этом году бесплатную подписку. Вы знаете, это маленькая толика, что мы можем сделать за ваш тот труд, которым гордимся. На вашем примере учим своих детей, внуков. И огромное вам спасибо, что нужно, прощайтесь. А я в свою очередь хочу сказать большое спасибо. Удивительно, но среди реальных помощников Совета ветеранов мало крупных предприятий Пушкинского района. В основном это небольшие клиники, парикмахерские и частные лица. Знаете, иногда звонишь, говоришь, вы не хотите поработать с Советом ветеранов, а что я буду с этого иметь? Я говорю, простите, а что вы хотите иметь с организацией, которая работает бесплатно? Оплата подписки, пригласительных, телефонов для связи с ветеранами. Небольшие, но такие нужные деньги. Сейчас же дети как? Интернет, смс-ки и все остальное. Вот живые люди, те, которые вытащили страну, которые своей кровью и потом сделали то будущее, в котором мы живем сейчас. Если у вас возникло желание сделать свой личный, небольшой вклад к празднованию 70-й годовщины Победы, обращайтесь в редакцию газеты «Маяк» или в Совет ветеранов Пушкинского района.